Это операция по захвату пунктов. Возьми под контроль как можно больше пунктов и подключи меня, а я позабочусь об остальном. Привет, друзья, с вами Рашналин Зук, и я продолжаю прохождение сюжетки, то есть кампании в игре Titanfall. Ко мне тут вроде как бы Зевс присоединился. Да, вот он играет, не знаю, будет ли его слышно. Будет мне тоже помогать. Зевс, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь ребятам, зрителям. Да, слышу, всем привет. Вот, давай, давай их порвем, короче. Всех порвем. Слушай, я не пойму, что тут что, компании нужно за один раз всю проходить. Мне такое ощущение, что я в это уже играл, в этот режим. Так, ладно. У нас хреновая связь, Зевс не всегда слышит, что я говорю, поэтому не всегда отвечает. Где Чарли? Какой Чарли? Сюда идите, блин. А, чуть-чуть. Блин, боты так легко убиваются в сравнении с живыми людьми. Мне послышал, что ты сказал, я наказал Титана. Потому что сказал, что заказал Титана. Я тоже скоро Титан. Так, ну-ка, я что-то тут у меня есть-то. Цель номер один. Давайте вот это поставим. Какое-то улучшение. Там я карту какую-то взял. Рез пилотом приносит дополнительные какие-то очки. Это свой, чувак. Так, Титан готов. Давай, сейчас торс его вызываю. Титана. Будем биться. Так, все точки позахватывали, что делать-то? Где вражеские сволочи? А, что ты там делаешь? Ну ты иди сюда! А! Черт, приходится катапультироваться. Ну, прямо бы на него бы запрыгнуть. Командир, где-то рядом опор... Где этот сволочь? Карты, давай. Его. Сейчас я тебя, тварь такая. Черт, кто меня снял, блин. Короче, ну-ка, что там за пушку можно взять? Давай. Я завалил Титана. Ну ты молодец. Наверное, добил того, которого я не добил. Так, ну и что, как эту пушку-то выбрать, которую я типа карту активировал? Ай-яй-яй-яй-яй! Что-то меня вообще жестко нагибает в этот раз. Блин, мы вообще просираем просто. Я не знаю, сколько там у нас игроков играет. И где они все? Так, так, захватываем, захватили точку. Так, ну чё тут, блин, еще это самое. Проигрываем мы все равно. Ай, гранату бросили.
опорный пункт Чарли потерян. Всем подразделениям нужно немедленно вернуть контроль над... Чарли, Чарли, опять Чарли. Я здесь буду ждать. Пока у нас две точки. Так, я, пожалуй, Титан где-то высажу. Ты на С, да? Давай, на Чарли. Я здесь буду караулить. Так, сейчас включу у него режим, пускай он за мной ходит, короче, вот. Пускай отвлекает врагов. Блин, там уже А захватывают. Блин, там Альфу захватывают, не знаешь, куда идти. Блин, все кроме Б захватывают, уроды. Я ждал, а тут сидел. Я все, я буду здесь ждать. Сейчас уже точно сюда придут. После того, как они все захватили, они придут сюда по-любому. У них выбора нет другого. Альфы наши разобрались. Да блин, невозможно так сидеть на месте. Где мой бот? Мы захватываем Чарли. Мы взяли Чарли. Ааа, да мать ваша, я сегодня кого-нибудь убью, нет? Какие-то птеродактили, блин, летают. Пилоты, захватите опорные пункты. Будем биться, пока Фиш не получит, что ему нужно. Пять я здесь. Ну, добивай. О, мы ведем, ёлы-палы. А, сука! Прыгучая тварь. Ну ладно, наши выиграли. Сейчас будем мешать им опять сваливать отсюда, да? О, что такое тут происходит? Что за помехи? Вот эта тварь там лазает. Кто-то еще одного. Мне бы хотя бы просто одного. Засаду, устрой тут там засаду. Так, тихо. Давайте мочите корабль, чтобы они не улетели. Блин, они улетели. Или их всех перебили, я не понял. И кто чаще выигрывал? Да поровну. Эта война нас и рассудит. Блин, я не успел посчитать, сколько я там убил. Чё, ты мало убил? Зевс, ты меня слышишь? Алло, Зевс! Нет, не слышит. Связь печальная какая-то. Я его слышал, а меня не слышит. Вот что тут дали. Мой лучший счет какой-то. Ха. Электрический дым создает дымовую завесу. Следующий матч. Да. Сейчас начнем. Будем ждать следующий матч. Посмотрим. Может, какую-нибудь новую заставочку покажут.
я убил они сколько шестерых. Винтовку открыли. Поздравляю. Так, ну я еще не всех хуже настрелял, оказывается, Зевс слабее меня играл. Я вот не пойму все-таки как-то с сюжеткой, то есть то, что я перезапустил ее. Может, ее за один раз надо всю проходить? Три башни бой на истребление. Вот это вроде не было у меня еще такого. Добейте у противника чего? Блин. Внимание всего персонала, говорит вице-адмирал Грейвс. Ополченцы приближаются к этой базе, готовьтесь к высадке вражеских титанов. Есть основания полагать, что они хотят уничтожить репульсорные башни в центре объекта. Ополчение пойдет на все, чтобы сравнять башни с землей. Если мы не устоим, ничего не спасет это место от чудовищ. А теперь пора задать им перцу. Конец связи. Сейчас зададим. Все, погнали. Вперед, бойцы! У кого-то уже титаны есть изначально. Это как так? У самых крутых, что ли? А, вот оно что. У меня такой карты нет, кстати. Что-то раз бойное устремление, значит, будем истреблять. О, блин, меня истребили, сволочи! Он тут... Тихаря, под шумок, короче, чувак тут наверх забрался. Блин, какие тут классные декорации, напоминают фильм «Чужие» Ридли Скотта. Реально, ребята поработали на славу. Тут у нас шумит. Ага. Так, меня не стреляйте, я свой. Хорошо. Мазафака. Сверху откуда-то спрыгнул. А, я только невидимым стал, короче. Блин, он видел эту всю фигню. Конечно, повторы тоже. Прикольно, как в Call of Duty. Кого ты там тащишь-то? Я думаю, тебе это не поможет, чувак. Фу. Где вы все? Ай, блин! Обязательно кто-то тебя видит сбоку. Вот обязательно. Ну правильно, я сейчас стрелял с пистолета, видимо, он на радаре меня увидел. Засек, сволочь такая. Мне надо куда-нибудь повыше забраться. Ну да. Ну вот то, что я играю с дробашом, мне с высоты особо-то и... Кого-то я убил-то. Даже ничего не это, не высветилось. Мне не очень комфортно играть с высоты, потому что у меня... дробаш. Я только с ближней дистанции могу нормально. О! Блин, ну как же так-то, как... Блин, я... Сволочь! Нет, мы не должны терять позиции. Блин, я не могу сориентироваться тут вообще. У меня паника начинается. Вижу пилота. Да он, сволочь такая, убежал. Куда он делся? Сэр, ополчение отключило северную башню. Хорошо сработали, котеныши. Немедленно выдвигайтесь с группой перехвата к восточной башне. Никакого...
нового открытого пристанища. Остальные пилоты сосредоточатся на основной десантной группе. Не давайте им приблизиться. Ну давай. Да где этот урод? Короче, я не знаю, где он. Надо идти к башне. Пускай у меня будет титан. Пойду за ним. Или все-таки я включу сопротивление, сопровождение режим. Давай, пойдем типа вместе. Пускай кто-то думает, что в титане сижу я, а на самом деле меня там нет. Пойдем здесь, друг мой титан. Здесь сможешь пройти, интересно? Во, молодец. Ползи, ползи. Это прикольный режим сопровождения. Внимание! У нас преимущество над террористами ополчения. Отлично, продолжайте в том же духе. Это хорошо. Кого-то убивают. Режут, насилуют. Мы обстреливаем лазутчиков ополчения. Сволочь! Как мне его? Отлично. Да кто это? Опа. А, сука. Не достал. Пойму тут уже, блин, кого мочить, кого не мочить. Где мой титан-то лазает? Где он? Где этот чувак на крыше? Блин, сволочь! Там мой титан все еще лазает. Все взрывается, страшно. Ему титан уже не лазает, его грохнули. Иди сюда, блин! Ай, солнце в глаза. Это свои. Никого не вижу. Вон там титан лазает. Надо его попробовать как-то устранить. Пилот свалил с титан! Ай, дядь, дядь, дядь! Пилот сдох или нет, я не понял. Вон пилот. Сволочь, катапультировался. Кто ж там рядом с ним тогда вскакал? Ладно, пока этим поиграю. Что ты тут, блин? Опа, 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 опа! Да! Крутой, блин. Это явно бот. Штурмовички, блин. Так, где мой титан? Кто-то меня сзади лупит. Это тут титан мой лазает. Он сам сражается, смотрите. Ну-ка, давайте-ка я в него залезу. Сейчас мы попробуем корабль этот сбить.
Меня сзади лупит, правда. Блин, улетел, сволочь такая. Мы победили, да. Но дали улететь этим гадам. О, на этот раз Зевс меня обошел. Правда, всего лишь на одного убитого пилота. Ну ничего, нормально. Продолжаем вникать в суть игры. А суть игры мне нравится. Бегай, мочи. Движуха. Так, новая ячейка для пилота. Что ты говоришь? Остается всего чуть-чуть до 45-го. А, и что тебе это даст? У меня он 13-й уровень. Ну что, еще один раундик сыграем. Решающий в этой серии. Надеюсь, затащим. Вроде команды наравне. 6 на 6. Особо такого. Разница в уровне сильного нет прям такого. Но у них чуть помощнее уровень. Битва на Деметре. Захват опорных пунктов. Вот захват мне что-то не очень нравится. Да ладно. Главный заправочный пункт фронтира. Не дайте этому случиться. Конец связи. Пилоты, удержите опорные пункты любой ценой. Если ополченцы перегрузят реактор, нам крышка. Наковальня 1 готов. Наковальня 2 в боевой готовности. Наковальня 3. Залезли все в какую-то консервную банку, короче. А-а-а, страшно, мне страшно. Сейчас нас тут законсервируют нафиг. Какое разделение? Разделение чего? Так вот, смена снаряжения. Я могу типа снаряжение пилот, снаряжение титана. Давайте кого-нибудь другого возьмем, стрелка, например. Пускай будет стрелок. Все. Так. Ну что, погнали. Движуха пошла. Я беру командование на себя. Место сержанта близко. Где тут точка А-то, я не пойму, где куда нам залезть нужно. Чтобы мы смогли заглушить реактор. Пока не так, я тут. Помогаю захватывать. Точка наша. Блин, как тут текстуры прогружаются, пипец просто. А-а-а! Зевс, у тебя дисковая версия? Да. Как у тебя дела с текстурами обстоят? Да вроде все нормально. У тебя они не прогружаются через полчаса? Пудов пилот. Да. Еще один. С ноги мне, короче, дал чувак. С ноги должен я убивать. Тут люди паркурят, блин, по стенам везде как-то бегают, летают, я не знаю. Я так не умею. Титан будет готов через
какой-то титан лазает. Вводит энергию в реактор, чтобы его взорвать. Вайглан, можешь помешать им отсюда? Так точно, видно. Ой, блин, сволочь! Увидел меня, тварь. За робота лазают. Так, ну вроде пока ведем, хотя сейчас две точки они захватили. Надо как что-то делать. Что-то предпринимать. Сломаем вражеского титана. Да что за фигня? Кто меня? Вот гад, а? Сволочь, вот как меня замочили. Хорошо, что это можно увидеть со стороны. Рукопашная атака какая-то вялая здесь. Где-то точка-то долбанная. Где? Кому поддержка? Ай-яй-яй! Давай на С! Сволочи! Я хоть кого-нибудь убью, нет, сегодня. У меня титан есть. Так, погнали. Передаю управление пилотом. Чак, где вы там? Так, кто-то тут прыгал, я видел. Тащим, тащим, тащим. Давай, мочи его. Осторожно, тут сзади какой-то черт бегает. О, круто. Титан упал. Где-то тут в здании чувак шарится. И точку захватил. Пилоты, ополченцы от нас отрываются. Блин, они сволочи, они отрываются от нас. Не дайте им оторваться от нас. Сейчас, подожди. Валим, валим, валим. Где титан-то? Куда он делся? Движуха просто страшная. Внимание. Ой, блин, свертухи мне врезал. Я ведь мог его замочить. Ну неужели мы не сможем их, короче? Я к тебе сейчас, подожди, с меня титан не завала. Тихо, свой. Свой, мне не надо своего трогать. Слушай, а что делать, если я на своего титана запрыгнул, например? Ну, на дружественную, что можно сделать? Как помогать? Просто сидеть отстреливаться, что ли? Собака! Блин, я так с ноги ему хорошо вроде бы дал. А, мимо я промазал ногой, оказывается. Жопа. Это задница. Команда
Короче, я Титана буду звать с собой. Они вон и С там что-то, по-моему. Они и Б, все, короче, захватили, сволочи. Титан, давай за мной. Блин, по стене хотел пробежаться, типа паркурщик, ага. Я Б захватываю. Я вижу, что тут рядом тут пасется. Сука, убежал. Твари! Блин, на равных идем вообще. Надо что-то делать срочно. Так, робот мой еще жив пока что. Пока что жив. Пускай бегает, помогает. Опа, невидимый. Свернул невидимую голову. Вот и там все еще здесь. Молодчина, эти роботы. А я держу Б. Точнее, захватываю. В смысле, они вас убили? Титан у меня прошел чужой, ну ладно. Повезло. Тут. Это свой что? Фу, блин. Блин, он меня затоптал, что ли? Да, сейчас затопчет меня ногой, да? Ну-ка. Ну, что-то, видимо, он сделал, я не понял такое, что я, короче, сдох. Блин, они ведут, сволочи. Я держал точку тут. И все напрасно. Остался я без жизни, без Титана. Проигрывающей командой. Не надо так делать со мной. Держим. Так, точка Б наша. Внимание, ваш новый титан будет готов через 50 секунд. Сейчас. Блин, опять все позахватывали, кроме моей точки. Тут что-то народ где-то пасется. Внимание! Ваш новый титан будет готов через 30 секунд. Ах ты! Внимание! Ваш новый титан будет готов через 15 секунд. Так, вроде мой титан готов вообще-то на самом деле. Почти не считается! Мы вытягиваем. Да блин, нет! Там их слишком много! Я на Б, короче, пошел, а там у меня самая движуха. Победа, мать его! Это была тяжелейшая битва. Это точно. Так, ну битва еще не совсем закончена. Победили, мы должны еще не дать им выжить. У них еще 4 титана, офигеть. Так, 3 титана у них, да? Да, разбейте врага. Они могут пройти человека.
Есть. Теперь дело за тобой, мой друг. А что это за помехи? Кто это сделал? Станция рванула. Офигеть. А мы почему? Мы что, сдохли вместе со станцией? Подробности пока неизвестны, но похоже, топливозаправочным станциям был нанесен значительный урон. Сообщается многочисленные... Они отрезали нас от срединных систем. Мы застряли на задворках фронтира, сэр. Это так. Печально. Местонахождение некоторых высших офицеров, принимавших участие в конфликте, в том числе вице-адмирала Грейса, в настоящее время неизвестно. Так, ну что ж, друзья, на этом, я думаю, данная серия завершается. И сейчас вам, конечно, еще какое-нибудь кинцо не покажут. Нет, видимо, не покажут, вот. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если вы хотите увидеть продолжение. С вами был Раштанидзука и Зевс. До новых встреч!